С медалью вас поздравляю, спасибо, вы молодцы. Спасибо. Наташа, у меня ощущение, что ты подрастроилась. Ты умница, ты боролась за золото до последних метров. Ну, не до последних метров, конечно, но, конечно, хотелось большего. Медаль. Это медаль, вот именно. Ты правда расстроилась до сих пор? Почему? Потому что мы могли отсюда уехать двухкратными. По сути, это могло быть. Но это же, так вы же сами понимаете, железные гонки здесь по-другому никак. Нет, здесь... ну конечно, но просто... Просто вот чуть-чуть есть такой осадочек у нас у обеих, но мы реально отдали, по сути, все. То есть никто ничего не оставил себе. Все отдали, но вот так вот. В последнем круге, Наташ, когда вот здесь пошла раздача на подъеме, какие были мысли у тебя? Что надо терпеть. Силы-то были? Чё, кто? Силы были. Мне кажется, ты просто наизнанку вывернулась, у меня ощущение. Да, действительно, особенно после... Вот очень тяжело дался именно второй, наверное, да. Второй круг. Вот после второго я такая думаю, как я побегу третий? А, ну, как, третий, видно, на адреналине просто и полегче, но не смогла. Юль, тяжело было закрывать небольшую дырочку перед последним твоим этапом? Да нет, на самом деле не тяжело, но тоже получилось так, что желание такое было огромное, чтобы их догнать. И в итоге получилось так, что немножко поднаелось в начале подъема, но потом как бы просто пошла уже с ними. То есть было, да, было нелегко, но не хотелось вообще, вот, чтобы был какой-то отрыв от меня у них. И поэтому как бы вот... Старались просто максимально все вместе приходить сюда. Наташ, как вы вообще настроились на эту гонку? Мы вчера с Юрием Викторовичем говорили, у вас уже есть олимпийское золото, у тебя личная медаль. И все равно очень много эмоций было оставлено. Как вы настроились вообще на нее? Очень много эмоций было оставлено здесь, на стадионе. И отрицательных. Сначала положительных, потом отрицательных, потом опять положительных. Давай отрицательных. И вот так. Качели, блин. Не знаю. Понятно, что в каждой гонке мы хотим, мы боремся за медали, и от этого это заряжает эмоциями, и мотивация берется сама собой, когда ты понимаешь, что у тебя может быть еще одна медаль, когда ты на нее настраиваешься. Не забывайте, что вы для нас самые лучшие. Спасибо. Мы вас любим. Просто лучшие. Спасибо вам за эту медаль. Спасибо всем за поддержку. Мы вас любим. Спасибо.